Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня поговорим в очередной раз о натуральном тренинге, почему у вас нет прогресса в натуральном тренинге, и, естественно, это является самой большой ошибкой при натуральном тренинге. Конечно же, мы говорим о зависимости силы от массы. Если вы можете встретить химиков, огромных, но слабых при этом относительно, то это объяснимо. Но вы никогда, никогда в жизни, я уверен, не встретите, не встречали натурала относительно большого и при этом слабого. Натурал большой всегда сильный. Конечно, сильный натурал не всегда большой, но большой натурал всегда силен. За примерами ходить далеко не нужно. Тот же Шреддер. Посмотрите, насколько человек работает с серьезными весами. Я это говорю со знанием дела. У меня уже стажа больше 25 лет своего тренинга. 15 лет я уже тренирую. И поверьте мне, даже несмотря на то, что у меня был опыт применения фармакологии, это только повысило уровень моих знаний, что касается натурального тренинга, то касается и тренинга на фармакологии. Если вы на фармакологии можете позволять себе тренироваться как угодно, то в натуральном тренинге все четко прописано. И что интересно, есть правила, есть исключения. В этом правиле исключений нет. Повторяю еще раз, если вы натурал, если вы категорически не приемлете фармакологию, за что вам огромное уважение, то вы должны быть сильным. Многие не понимают эту связь между силой и массой. И говорят мне, о чем ты говоришь, Егор, это чушь, как же так? Нужно тренироваться на большее количество повторений, чтобы быть массивным. Но я-то этого никогда и не отрицаю. Это вы, друзья мои, не слушаете. Имеющий уши да услышит. Что нужно для того, чтобы быть большим, тренируясь натурально? У меня расписаны 4 ступени для вас практически на 2 года. С нулевого уровня до продвинутого уровня. И, естественно, это программа базовая, где вы будете тренироваться практически только на силу. В основном в 4 основных упражнениях. Кто не знает, я повторю, 4 основных упражнения для натурала. Это приседы и в этот же день брусья. А другая тренировка – это становая тяга и подтягивание. 4 упражнения для натурала. Приседания, становая тяга, брусья и подтягивания на перекладине. Вот та база, вокруг которой вы будете строить свой силовой тренинг. И поверьте, даже если вы будете выполнять всегда только эти упражнения, причем на одной тренировке 2 и на другой тренировке 2, не в одну тренировку все 4 упражнения, вы будете гораздо больше и сильнее всех своих друзей, кто тренируется с вами. Пусть не сразу, но это как снежный ком. Накапливая силу, вы накапливаете потенциал, который потом выстреливает вам в мышечную массу. Так вот, когда вы достигнете определенных силовых показателей, а все они на тестовом уровне расписаны в моих статьях, ступени, на каждой ступени даются тесты, по которым вы сможете понять, что вам нужно перейти на следующую ступень. Все это абсолютно бесплатно, абсолютно в открытом доступе. Заходите на мой сайт hmgym.ru и получайте информацию. Уже очень много людей, парней и девушек, кто прислушивается к моим советам, получают огромную пользу от своих тренировок. Несмотря на то, что я пропагандирую минимализм, это сказывается на вас только лучше, потому что вы больше концентрируетесь на тренировках. Невозможно, натурально тренируясь, а зачастую и на фармакологии, выполнять по 8-12 упражнений за тренировку. Это говорит только об одном, о том, что вы филоните. Посмотрите, как тренировались лучшие бодибилдеры планеты, пускай даже химики. А кто лучшие бодибилдеры планеты? Дориан Яц и Ронни Коллиман. И вы увидите, что все они пропагандируют силу. Сила – это залог массы, даже для химиков. Потому что чем вы сильнее, тем вы больше.
И вот для тех, кто не понимает эту силовую зависимость силы от массы, это не значит, что вам нужно тренироваться только как силовик. Нет, это значит, что вы должны тренироваться по принципу периодизации. Вы будете на одной тренировке, на одну и ту же группу мышц тренировать силу, а на другой вы будете тренироваться на массу. Не забывайте, что тренируясь на силу, нам не нужны отказы. Вот почему я всегда говорю, что отказы убивают силу. И это не я придумал. Грамотный любой человек, любой специалист понимает. А кто видел, как тренируются лучшие пауэрлифтеры, лучшие тяжелоатлеты, они знают, что никогда не тренируется человек на силу именно до отказа. Когда вас задавит так называемая баранка, нет ничего хуже. Вот в силовом тренинге на массу вы можете подходить к отказу близко. Достигать отказа, когда вы уже не можете работать, можно в тренировках на два типа мышечных волокон. Это на промежуточные мышечные волокна и это на окислительные мышечные волокна. Но не забывайте, что это два разных типа отказа. Да, если ты не знаешь, что отказов существует несколько, то посмотри мои статьи, видео и узнай, сколько и чем отличаются эти отказы друг от друга. Это тоже очень важная информация, если ты хочешь грамотно тренироваться и прогрессировать. И еще обращайте ваше внимание на то, что когда люди говорят, что они тренируются в обычных, скажем, тренировках культуристических, гликолитических, до отказа, это не значит, что они выполняют упражнения до того момента, когда их задавливает. Нет, это значит, вы должны подойти настолько близко к отказу в тренинге на гликолитические мышечные волокна, что вас следующее повторение, которое будет баранным, которое вы не сможете выполнить, вы не должны делать. Вот эта тренировка грамотная до отказа. А тренировка в отказ, она нужна, повторяю, только для промежуточных мышечных волокон и только для окислительных мышечных волокон. Причем напоминаю, что это два разных типа отказа. Если, когда вы тренируетесь на промежуточные мышечные волокна, вы должны дойти до позитивного отказа, когда вы уже не можете выполнить повторение, то тренинг на окислительные мышечные волокна мы можем, в принципе, еще делать. Повторение, но нестерпимое жжение, закисление в мышце не дает нам это делать. Понимаете, это два разных типа. Запомните, друзья, если вы хотите тренироваться натурально и быть большим, вы должны быть сильным. Вы будете ровно настолько большим, насколько будете сильным. Потому что это правило без исключений. Чем с большим весом вы можете прочувствовать и прокачать свои мышцы, тем мышца будет больше. Как это делать, это уже другой вопрос. У меня много статей, где я раскрываю все секреты абсолютно бесплатно. Для тех, кто хочет узнать полный план периодизации, у меня есть статья, которая называется «Спина от А до Я», где я на примерах мышц спины показываю, раскрываю полный план периодизационного цикла, основанный на различных типах мышечных волокон. Ознакомьтесь с ним. Даже если вы не верите во все это, ознакомьтесь, это даст вам массу пищи для размышлений. Это будет вашим толчком для того, чтобы осмыслить, почему вы остановились в развитии. А начните, конечно же, с изучения моих статей «Ступени». Для тех, кто не хочет, не имеет возможности, не имеет времени изучать кучу материалов, это не касается статей «Ступени», потому что там все раскрыто. Вы можете просто брать и пошагово идти тренироваться по ним. Дойти до определенных силовых показателей, перейти на следующую ступень. Когда вы закончите все 4 ступени, я рекомендую вам вступить в мою закрытую группу. Группа платная, нас там уже 121 человек. И если в персональном тренинге у меня иногда возникают недопонимания с моими учениками, это было 2 или 3 раза, я сейчас не помню, то в закрытой группе ни разу еще никто не жаловался, не говорил, что получил то, на что не рассчитывал. То есть все, кто вступил в группу, и парни, и девушки, а в группе на каждую неделю выкладывается новая программа тренинга, рассчитанная и просчитанная по различному типу мышечных волокон. Для парней и для девушек. Если вы пара, вы можете сэкономить, убив 2 зайцев. Заплатив за 1 человека, вступив в группу и получать сразу же
тренировку и для парней, и для девчонок. Это очень важная информация. Только так вы будете прогрессировать, только так вы будете расти. Потому что, идя по кругу, вы, грубо говоря, идете линейно. А когда мы идем линейно, мы обязательно упираемся рогом в стену. Обязательно. Только периодизация, которая похожа на спираль, а все у нас, что развивается, Вселенная, наша ДНК, все закручено по спирали. И на этом как раз-таки я строю всю свою теорию, которая подтверждена практически. Друзья, надеюсь, что вам было интересно и вы получили много нового. Если же нет, заходите на мой сайт, читайте, смотрите видео и развивайтесь. Никогда не останавливайтесь, никогда не верьте никому на слово. Послушали меня, изучите мой материал, попробуйте, потому что только практика подтверждает истину. Теория без практики – это труп. Теория без практики мертва. Друзья, увидимся в следующий раз. В комментариях пишите темы, которые вы бы хотели увидеть в моих видеороликах или в статьях. И мы с вами обязательно поговорим на эту тему. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста.